9000 преступлений раскрыли сотрудники регионального МВД за 2020 год. Итоги работы ведомства сегодня на пресс-конференции подвел начальник областной полиции Александр Притко. Криминогенная обстановка в 2020-м осталась примерно на том же уровне, что и годом ранее. За 12 месяцев зарегистрировано около 19 тысяч преступлений. При этом по отдельным статьям наблюдается снижение преступности. Существенно меньше мы зарегистрировали убийств, более чем на 10%. Грабежей практически на 22% меньше произошло. Разбойных нападений на 16,5%. Угонов транспортных средств на 17%. Умышленных поджогов более чем на 8%. Меньшее преступление зарегистрировано на улицах и общественных местах. А вот количество случаев мошенничества и краж с использованием информационных технологий существенно выросло. Киберпреступлений стало больше на 44%. Северяне перевели злоумышленникам 360 миллионов рублей. В связи с этим полицейские еще раз просят граждан быть внимательными и никому не сообщать данные банковских карт или счетов.